Новогодний базар. Нашли тут море красивых елочных игрушек, а также рождественских украшений. Фотосессию делать. Ага. Че, веночек понравился? Да, я бы купила. А сколько он стоит? Да? Окей. Ну, не надо будет. Сколько? Может, маленький веночек купить? То не выпьешь. Че, понравились? Ага. Ой, какие ежики. Вот мне с кошечкой нравится. Дай мне. Это, конечно. Боюсь спросить цену. А где? Ну, переверни. А, 609 обалдеть. Рублей. Ну, за что? Санта-Клаус. А праздника как-то пока не чувствуется. Красиво. Ага. Снегурка в голубом, как будто с усами. Нет, это и усатая снегурочка. А вон на Евровидение поедет. На Евровидение, да, поедет. Собирается. Бедный. Такой вот... Кто ж вас в целлофан замуровал? Задохнуться. Такой вот рождественский базар. Базар? Базар, там написано. Рождественский базар. На входе. На одеялко не хочешь такой? Не, на нас нет. Еще с Англии поплыл. Флисовый плед. Привезено. Полдюжины. Совы нынче популярны, видимо. Вот какие новогодние игрушки в этом году популярные. Зайчики. Белочки или лисички, кто это? Зайчики в основном. Ну, вот щелкунчик мне понравился. Елочка такая разноцветная. Шампусик. Индийские слоны. Вот эти шарики мне очень нравятся. Башни, часики. Вот русские церкви. Кошечка красивая. Снегири. Обожаю снегири. Красиво научились наши делать. Какой домик. Да, красивый, подарочный вот такой. Вот коробочки мне понравились. Ну, да, коробочки красивые. Простенькая. Вот шарики красивые. Шарик красивый, коробочка. Но они все вот это, Коломеев какой. Да, это тоже? Нет, вот беленькие все, вот там. А. Вот снегири, я так снегири люблю. Ну, на синем... Снегири. Улетят и не поймаешь. На синем фоне они как-то не очень смотрятся. Ну да, все с красной грудкой. Давай сейчас быстрее. Радуга. Ну, бусики, да, это просто уже украшения какие. Переливающиеся шары. Синие цепёшки. Ну, тут прям по цветам. Ну, да, ёлки много украшают в одном стиле. Ну, как и мы.
мне вот большие игрушки нравятся еще. Розовый после фламинго, дитя заката. Вон какие птички розовенькие. Это что? Тоже летят перелетные птицы. Ангелочки всякие. Нет, это нравится. Фигурные коньки. Что тебе? Этот нравится? 289 рублей. Стильно. А вот еще. А это что такое? 179. Такие вот маленькие, как ты грусти, любишь, связка. Да, да. Ага. Вон перламутровые даже. Какие снежные шарики. Вон тоже грозди. А что, красных нету гроздей? Ой, какие есть меховушечки. Шарики. Там стекло внутри. Красные? Вот, смотри. Это не то. Я грозди хотела красные. Как наши кружки. Да, у нас такие кружки из Палмбленда есть. О, какая красота. 319. 319? Угу. Красиво, конечно. Угу. Очень. Угу. Ой, emergency. Даже написано MS. EMS. Вот это что за костюм? Это конфетки рождественские. Красивые тоже. Все красиво. Как от этого слова? А они вот такие кренделечки. А вот придумай другое слово. Костыль. Пусть будет костыль. Нет. Слово красивое. А, великолепно, изящно, обалденно, сказочно, magnificent, amazing. А вот мне вот такое нравится. Что тебе нравится? А, да, ты такие любишь. Я люблю такое. Штучки. Вот это без шишки, перед без шишки. А, с другой стороны. Прелесть. Молодцы. 279 рублей всего. Всего? Вот, смотри, какая. Тоже мне ёлка. Это нравится. Сучи. Вот это мне нравится. Сучи. Шишечки. Ну, деревом пахнет. А в Англии с апельсинками украшают еще, и оно еще и пахнет. О, какие малинки. Ягоды. Нравятся тебе такие? Ну, меньше, чем вот то, что я передаю. Это да, это я уже видела. Крылья ангела. Девочка. Да. Вот, хорошо. Серебристые самый наши украшения. Праздник, Новый год. И единственный, наверное, который остался. Нет, самый лучший — это День Победы. Да? С черникой. Я таких еще не видела. Не, но с синим. Это ж моя тема. А вот веточки хорошенькие. Елочные веточки. Да. Как свеженькие такие. Ну, это для украшений домов. Рядом с домом таким загородным поставить. Цвета музыка. Интересно, шарик что-нибудь изображает? Нет, ничего не изображает. Маме вот фитилек понравился. Свечка ничего так беленькая. О, какие красивые, интересные игрушки. Музыкальные, наверное.
Морковка, апельсинки. Свечки, зайцы. А, это 2023 год, это значит год зайца или кошки. Странно. И то, и то. Свечи красиво сделали, как елочки такие. И зайцы с морковкой. И питерские коты. Ну куда ж мы без них? Подсвечники. Стильные. А это прям как в Джон Льюисе. Я такой снимала. Надо ролик вот здесь вот прикреплю, посмотрите. С желудями. А петарды, значит, в этом году все равно продают. Я думала, изменят эту традицию в связи с военными действиями. Я видела в новостях Петербурга, что сказано, зоозащитники очень просят не пользоваться петардами. Зоозащитники? Ну да, наша собака очень боится. Но это бесполезно. Бесполезно, конечно. Вообще не то. А вообще не то время. Не то время, чтобы стрелять. Петарды просто. Я бы запретила. Может, запретят. Ну, кто успеет, тот купит. Коричневые, я таких еще не видела. Как желуди. Что тебе, колокольчики понравились? Что надо сказать? Хо-хо-хо! Все, хватит звенеть. Хо-хо-хо! Ну, мамка у нас Санта-Клаус, потому что он так звенит. А вот и нашла я красненькие. Эти самые грозди. Вот такой шарик. Наряды. Опять корона Снегурки. Ой, маленькая. Маленькая. Зато есть вот такие ушки зайчика. Символ года. А мама у нас олень. Давай изобрази что-нибудь. Ну, не щурься. В общем, тут очень много всяких костюмов. Даже вот детские снегурочки есть, Деда Мороза, елочки, котика, зайки с морковками. А это что? Головной убор для детей. Шапка, маска, зайчонок. Ну и всяких рожки, шапки. Вот эти интересные. Такие блестючки. Но самые зачетные вот эти вот заячьи ушки. Дед Мороз на грибке, на мухоморе. Замухоморный Дед Мороз. Вот такие мне нравятся. Они как ручной работы выглядят. Со стразами. Ты что? Давай челсику такую купим. Да ты что, она ее за 37 секунд раздербанит. Ага. 990 рублей. Ого. Я не поняла. Это финская, что ли? Зеленая. Ой, как особенно изящно. А это что? Сова. Я говорю, совы нынче как-то популярны. А вот птичка. Да. Ой, самки. Белочка. Или зайчик. Белочка это. Есть. Просто белая. Белая моль. Варежка. Мороженое. Во, что надо вешать на елку. Там еще и рюмки. Рюмки нет. Мороженое красиво. Тортики бы. Вот я бы так украсила. Мороженое, тортики, пироженки. О, какая. Рождественские пряники.
Как часы, тарелки. 999 рублей. Я говорю, как часы. Интересно, вот так смотрится. Вон там красный с Дедом Морозом. Ну, это какая-то у тебя слишком простая. Я думаю, чье производство? Оно. Лефарт. Коллекция, нет, форма круглая. А что, сзади не написано? Нет. Китай. Щелкунчик. Да. Щелкунчик теперь запрещен. Почему? Чайковский, потому что. Хотя вообще в Европе запрещен Чайковский. Хотя я специально заходила на сайт Альберт Холла посмотреть. У них же в декабре всегда идет Щелкунчик. Есть этот спектакль. 2 недели он будет идти. Не успели убрать. А нечего показывать, потому что... Ну, новогоднего нет ничего, кроме Щелкунчика. Такого. Тем более Чайковский. Ой, какие таксы. Миленькие, маленькие. Вот и Пушкин, который тоже запрещен в Европе. Приезжайте к нам, у нас все есть. Так вот столы украшаются в Макси-доме.